Окей. Что же делать, что же делать? Когда глаз двинется, поверни этот переключатель. Сработало! Тот-то же, блин. Будь кем хочешь, ядрен батон. Эй! Если что случится, ну ты знаешь, похорони меня на стадионе ковбоев в Арлингтоне, Техас. Штат одинокой звезды. От всего этого песка в горле пересох. Блокпост. Так, мы уже в засаде.
Налечь! Убитый.
Похоже, та дорога ведет к антенне. О, черт. Если нас засекут, будем отличными мишенями на спуске. Знаю, нам нужна одна из этих кнопок. А еще... Черт, говорили мне, выбери серьезные занятия. Сейчас бы презентацию в PowerPoint рубил. А, есть. Ладно, двигайте дальше, сам справлюсь.
Марлоу, молодец! Я их настроил. Ты должен видеть корабль на тактической карте. Мы должны оставаться тут. Твоя работа — найти корабль. Прости, старик. Если застрял, слушай. Тебе нужно как-то пробраться через эти обломки. Много где должны остаться масло и бензин. Может, найдешь способ расчистить себе проход. Вот такие дела. Я оказался на корабле, который должен был исчезнуть в поисках того, чему не стоит быть найденным. У меня была причина. У всех нас. Возвращение домой. Затем я нашел его. И все изменилось. Thank you.
что-то видишь. Марло, что-то ты слишком тихий. Короче, насчет операции «Аврора». Кажется, я нашел ее часть. Чё? Чего? Да, детка, сержант, дай сюда. Давай, Престон. Нет, погоди, я подключу Вигуайра. Да. Выходит, что мы знали о существовании скалярного оружия у японцев года 43-го. Операция «Аврора» была самоубийством. Командование посылало людей на смерть. Уайт, Фарадей. Уайт? Так они знали? Да. И даже заранее записали их в потери. Хотели выяснить, как действует оружие. Стой. Так. Используй код Sierra Foxtrot 1079. Префикс армии США, но на нашем уровне доступа он ни о чем не говорит. Сколько там? Трудно сказать. Пока один. Забирай и уходи как можно скорее. Слишком много гадов вокруг. Вытаскиваем всех агентов. Вас понял. Русские наседали крепко, и ситуация все больше накалялась. Мы отправились на север, на встречу с Эгуайром, чтобы затем унести ноги. Почти получилось. Да на вид ничего серьезного. Вот так всегда она. Даже Трое из-за бабы жопой накрылась. Ну ладно. Трое! Илиада! Охрененная книга! Мы добыли, что надо. Осталось доставить посылку Эгуайру. Да. Я тоже ничего не понимаю. Ты нашел о нем данные в компьютере? Секретный агент! Бред какой-то! Вашу мать! Это ракета! Сейчас разберусь! Хорош, братан! Не время для героизма! Давай, чувак! Двигай! Я справлюсь!
Марло, бери на прицел. Вижу пехоту. Минута, может, меньше. Что ж, остались только мы. Ладно, за работу. Противник слева от дороги, через лес! Левый фланг, вижу еще противника! Всегда знал, что стрелять ты умеешь. Воздух! Просто БМД с четырьмя бойцами! Говно вопрос! Thank you.
посмотрим, куда он. Браво-2, это Браво-2, как слышно? Сержант? Сержант! Свитвотер на связи! Я с Марлоу. Повторяю. Браво-2, это Браво-2, как слышно? Сержант! Сука! Ну почему, блин, когда начинается форменная вешалка, отряд все время разделяется? Черт, не прет нам конкретно! Может, блин, и правда. Может, стоит следить за колесом кармы? Ну ты понял, Марлоу. Пошли.